Итак, дорогие друзья, долгожданная конференция «Большое видение для маленькой церкви» начинается. И я рад приветствовать всех вас, друзья, всех участников этой конференции. Я знаю, что многие еще присоединяются, и мы можем увидеть много братьев и сестер, которые приехали сюда вместе со своими командами из церквей. Уверен, что для каждого из нас это будет очень хорошее время. Хотел бы вместе с вами сегодня познакомиться с некоторыми участниками этой конференции, и вы увидите и прикоснетесь к нашей большой, огромной России. Друзья, уверен, для каждого это будет прекрасное время хорошего общения и хорошего назидания. Итак, друзья, поехали! Иван, сегодня был первый семинар, и он был посвящен теме отсутствия пасторства. Скажи честно, Иван, только честно, глядя всем братьям в глаза, в вашей церкви есть пастор? Есть. Ты твердо знаешь, что он есть? Да. Как его зовут? Константин. Передавай ему привет. Аминь. Передаю привет Константину Ивановичу, пастору нашей церкви. За что ты молишься за Константина Ивановича? За какую одну проблему, нужду, которую ты знаешь? Чтобы у него хватило сил довести и начать это дело до конца. Приготовить смену полноценную. Отлично. Ты готов заменить его, брат, скажи честно? Да. А теперь не для эфира. Когда ты его заменишь, брат? Уже. Уже заменил. Итак, 8 месяцев заменил. Его зовут пастор Константин Иванович. А я Иван Константинович. Ты его сын. Ну, вот так, братья, вот только так может быть вот такая хорошая, добрая замена, когда отец передает своему сыну, а ты подготавливаешь замену, кому будешь передавать? Вот я сегодня об этом задумался. Я просто увидел, что ты стоишь и осуществляешь здесь контрольно-пропускной режим, вход-выход. Скажи честно, брат, были случаи, когда вы кого-нибудь заламывали и просто выгоняли отсюда? Макс Каратон. Макс Каратон. Есть. Максим Каратон, молимся за тебя, брат. Вот, чтобы ты любил вот этих ребят еще больше, чем сегодня. Спасибо тебе, друг. Итак, привет, брат. Как зовут тебя? Дима. Дима, скажи, из какого ты города, из какой церкви? Город Орел, церковь Завет. Скажи, Дима, какой самый лучший город в России и какая самая лучшая церковь? Город Орел, церковь Завет. Это правильные ответы. Дорогие друзья, я сейчас познакомлюсь с нашими замечательными братьями, которые приехали к нам из самой дальней Якутии. Это Михаил и Иннокентий. Братья, рады вас приветствовать. Давайте скажите, как Христос воскрес по-якутски. Христос Талинна. Христос Талинна, братья. И как отвечать? Чахче Талинна. Чахче Талинна. Все запомнили, да? Братья, такой вопрос, не для эфира. Почему на оленях не приехали? Далеко будет. На оленях далеко, да? Год или полгода езды. То есть, в принципе, доехать можно, но год ехать, да? Да, вот недавно на якутских лошадях до Москвы. Доскакали, да? Да, наши ребята. Все, братья, на следующую эклезию попробуйте на лошадях приехать обязательно. Братья, о чем можем за вас молиться, скажите? Ну, за служителей, чтобы Бог делал. Вот ровно такой малой церкви не хватает служителей, пастырей. За пастырей, да? За пастырей. Иннокентий, как у вас, за что? Да, у нас то же самое, чтобы молодежь пришла. За молодежь, да? Хорошо. Братья, будем молиться за наших братьев из Якутска и за брата из Крест-Халбуджай. Дорогие друзья, сейчас мы видим наших сестричек, которые реально озадачены тем, как помочь своему мужу-служителю. Ларис, вопрос простой. Вот кроме вот этих веселых картинок, я хотел бы спросить, где здесь брат-служитель? Вот можете показать брата-служителя? Значит, видно, что этот брат-служитель 95 плюс КГ. Вот квадратик такой получился. Ларис, вообще очень простой, но самый важный вопрос. Вот брат, который все, опустил руки, не хочет ничем заниматься. Давайте вот два лайфхака, как ему помочь? Чмок, во-первых, в щечку. Братья, готовьтесь, после конференции Экклезии будет чмок в щечку. И второе? Ну и немножко Библии вот так чуть-чуть его сверху. Это мы вырежем из эфира. Ну, в общем, ему нужна Библия. Ему нормально, ему надо правильно просто куда чмокнуть и где Библией ударить. Все, вот о чем, друзья, говорят наши сестры сегодня на конференции Экклезия. Подходим к самым крепким братьям. Откуда? Владикавказ. Все аккуратнее, просто надо себя вести. Это все-таки Осетия. Значит, братья, давай честно скажем, частичная или полная мобилизация?
Ну, я имею в виду духовное, брат. Духовное, духовное. Мы на конференции, да, и мы как бы либо мы частично будем Богу служить, либо полностью себя посвятим. Полная мобилизация. Есть ли спасение в церкви, если там нет харистов? Давай такой вопрос. Есть. Спасение есть для тех, у кого нет харистов. Хорошо. Давай быстро, что круче, пастор или диакон? Все на своем месте. Слушай, ну не пробежь, вот чувствуется осетинский пирожок. Вот парень такой, молодец. Скажи, брат Вячеслав, только честно, как-то вдохновляет тебя конференция «Экклезия»? Ну, я вообще первый раз здесь. Какие переживания? Хорошие. Как сказать, что много нового, но, как лучше сказать, конструктивного, что ли. Слово позитивное как бы действительно уместно. Ты слышишь конструктивные вещи какие-то, да? Да, да, конструктивные, дельные. Которые отлично применимы как бы к жизни, и какие-то обновления в плане, вот, ну, сегодня и Евгений говорил, как бы, и второй, как бы, спикер, что малая церковь – это не тот стереотип, который, как бы, вот мы где-то перенесли с мира, еще что-то сравнивая по количеству, по численности. Да, это благословение мы здесь.